Без малого 90 тысяч экспонатов заховывает сегодня фонды старейшей музейной установы в области – музея белорусского Полесья. Каля десятка выставочных залов знакомит наведывальников с историей Полесья разных часов. Музей об музее – так можно охарактеризовать экспозицию, присвященную юбилею установы. Мы долго шли к этому, к этой выставке, потому что это кропотливый труд всего коллектива сотрудников музея. Здесь представлены и история нашего музея, история создания и наиболее ярких, интересных личностей, которые, благодаря которым в музее есть эти уникальные экспонаты. Самыми, наверное, интересными экспонатами являются это исторические вещи, это грамоты, это старые книги. Очень интересными являются кресты православные, Давидгородокские. Еще можно сказать и об иконах, ну и, конечно, декоративно-прикладное искусство. А многие из экспонатов музейный фонд трапили с приватных коллекций Пинчуков. Сярод наибольш цікавых и значок палецкого кермаша. В 30-е годы 20 века проходили знаменитые полесские ярмарки. И вот фотографии с этих ярмарок собирались в большие альбомы. И один из них у нас есть в фондах музея и выставлен сегодня на нашей выставке. Значок полесской ярмарки. Уникальные вещи. У музейных фондах шмат раритетов. Это и книга Паула Шербіша, датаваная 16-м стагодзем, и грамота, затверженная апошним королем Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским. Згодно с гэтым документом, Пінску было нададзена магдебургское право. Заховывается тут и редкие рукописные документы конца 14-го стагодзя. Так, например, вот здесь у нас находится грамота пинского князя Василяна Ремонтовича 1392 года. Да, эта грамота была известна у историков, но она была опубликована в одном из сборников актов в XIX веке. И долгое время считалось, что оригинал этой грамоты был утрачен. С экспозицией юбилейной выставы навуковые супрацовники старейшего музея в области будут знакомить своих наведывальников на протягу 2 месяцев.